Да, а вот эта находка не может не радовать меня. Осенний опенок. Кстати, я его увидел первым, потому что пенек, обратил внимание, увидел его. А оказывается, вон они, тут еще сидят, меня ждут. Тут и здесь. Только на этом месте урожай осеннего опенка превышает по количеству урожай вообще, который я собрал за 2017 год. Мы тогда находили одиночные только экземпляры. Молодые. Ну вот, пожалуй, этих я возьму. День прошел не зря. Собираю. Вот они, красавцы. Правда, их немного. Все-таки они растут в больших количествах. Но они свежие, молодые. Значит, пошла их пора. Растут. Гнилая ветка. Наверное, в этом году она и упала. Какая кучка. Кучка, которая сразу поднимает настроение. Еще столько бы найти. И жареху сегодня. Ой. А этих-то я не заметил, господи. Хи-хи-хи. Как они искусно маскируются-то. Да. Хорошо. Вот я не помню, ножки можно есть. Как бы их можно есть, но готовят или только шляпки берут уже дома. Как-нибудь разберусь с этим. Наверное, стоит тут это заострить взгляд, что ли, потому что вон они передо мной, а я их не замечал. Совершенно другое настроение у меня сейчас. Какие красавцы, свеженькие. Пожалуй, я еще задержусь на этом участке. Похожу туда-сюда, посмотрю. Может, еще что-то я не заметил. Скорее всего, я много чего не заметил. Поэтому взбодрюсь и продолжу поиски.